девчата. Конечно же, когда мы вспоминаем этот фильм, невольно возникает у нас прекрасный образ Тоси Кислицыной, которую сыграла замечательная советская актриса Надежда Румянцева. Но, как оказалось, представляете, на эту роль пробовалось около полусотни актрис. И в том числе, дорогие друзья, жена режиссера. Представляете, чуть не распался брак, но Чулюкин был непоколебим и сказал, будет Надя Румянцева. И правильно сделал. А Надежде Румянцевой, оказывается, представляете, было 30 лет. А Тосе Кислицыной было всего 18. По ролику. Представляете, такое вот перевоплощение. Ну что ж, дорогие друзья, песни из кинофильма «Девчата». Девчата. Хорошие девчата, да? Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз, смешные затянули песню, как все спорцы в округе голосами своими поддерживают нас. Смешные затянули песню, как все спорцы в округе голосами своими поддерживают нас. Ну, поднимаясь в гору, то опускаясь круто, ниже дорога.